привет, всем добрый вечер. Надюша пытается там смострячить ошейник. Ну, вернее, он есть, но он большой. Сделала еще пару дырочек, чтобы уменьшить, иначе собака убегает у нее. Вытаскивает голову, да, Иван? И убегает. А это чей ошейник был? Ай, даже не знаю, наверное, Пусин? Пусин или Люсин, но... Бывших собак наших. Мама, я траву. Траву кашу. А имен это чей? Ты его так вот, чтобы только у нее под горлом входила. Да я вижу. Ладонь там. Какая ладонь? Ну, в смысле пальцы. Мама, она так вытащится. Дрессировка у нас тут началась, собаки. Сейчас она дети более свободные стали, могут погулять с ней. Ее надо на соседку приманить и так учить. Да? Если вот так, она стоит. Если вот так, она сидит. Если вот так, она бежит. Не ошейник, а поводок. Я траву накосил. Ага, косарь. Это поводок, а не ошейник, Надя. Мама, смотри. Это коса у тебя. А кто где? Ты тоже на велосипеде? В центре будете? Поедут ребята, сейчас покатаются немного. Сегодня уже на реке были, накупались на пятом. Надюша сгорела там. Ты что, на Лизином велосипеде? А где твой? Ну, это Димин вообще-то. Это Дима тебе отдал. А ты ему не рано отдал велосипед свой? Нет. У меня тогда мопед был. Рановато еще. У него свой есть. Какой? Черный? Колесо переднее. Немецкий тот. Колесо переднее спущено. Так, надо заклеить. Ну, приоткну. Надо клеить. Вот пацанами собрались и заклеили. Ага, там прям порез от ножа. Значит, надо размер сфотографировать и в Rich Family купить. У тебя что? Сломалось что-то даже. Подтягивает. Ну, Мишин-то еще более-менее так состояние хорошее. А это Надин? А где твой? Он вообще сломанный. Короче, попеременялись все велосипедами. А я косу. Они один год вообще не ездили. Мама, я косу накосил. В прошлом году, по-моему. А мне косу. Ты косарь у нас. Когда ты сапоги снимешь, скажи мне. Иди одень тапочки. Ну что, Семен, а мы с тобой будем кататься, да? Только вот у нас беда такая. У нас все время солнышко попадает в глазки. Ему это очень сильно не нравится. Вот коляска не совсем удачная. Она, вот видите? А вот хотелось бы, чтобы еще больше вот так было. Чтобы вот наклонить еще от солнышка. Тут и козырек вроде, но это недостаточно. И вот он сильно смущается, даже Семен? Мешает ему. Да. Ну что? Накупались? Я не пойду с ним. А что? Мы только до Белого дома дошли. Че? Она сидит и сидит, и все. Не хочет. Типа села и сидит, все. Устала, набегалась, да? Она пить, наверное, не хочет. Вы дошли до ангары? Как он боится, с собаком все. Почти. Ну, видишь, она же домашняя. Домашняя? Домашнее. Идем. Вова, нет, тут это главное, сколько тут. Так, этому ребенку осталось штаны одеть. И тому тоже. Не хотят мне в куклу пока. Договорились только на кофте. Тепло, говорят. Мама, у меня газонокосилка. А у меня бензин. Я умею косить все. Я умею косить. Алиса у нас вышла гулять. Белка дома. Белку потеряла. А Семен у нас уснул. Время, однако, часов 8 уже. В 10 ложится спать, а он раньше сегодня уснул. Нагулялся на свежем воздухе. Молодец, курочкам неси. Нет, это бензин от пайка.
Чего? Это пайка мой бензин. Это бензин? А куда этот бензин девать? Ну, не знаю, наливайте геос. Техника ваша. Его что? На мой вот этот наливать. Угу. Че, с мамой будешь? Ну, садись, конечно. Так, завтра поедем стричься, даст бог. Алисе, может быть, обстригем хвостик этот. И мне. И тебе надо постричь. Нет, тебя уже не успеют постричь. Потому что поедут детишки с нами на вручение. Нам написали смс, что детишек можно, потому что из-за пандемии на улице будет вручение. Ну, вся эта вообще церемония. Мама, я с байком к вам приехала. Хорошо, с байком? Ой, я расшифровала. А мне говорили, что Алиса там ныть будет. Ну, не знаю, не знаю. Я боюсь, что много народу будет, она может заплакать, да. И Семен. И но мы решили, но короче, всех деток брать с собой. Приехал. Хорошо. И вот. Завтра пострижемся. И я приехала. Ага. Мама, у меня крючок там. От вода два байка. Хорошо, сыночек. Трусы, сапоги, кофта. Класс вообще. У меня нету, мама. Ой. Мама, дай мне бензин. На. Сейчас открою крючок. Хорошо. И сюда положи. Мама, я только за камеру, все, внимание надо переключить. У Вани такое раньше было, помните? Ваня, хорошо, хорошо. Как я только камеру включала, Ваня сразу начинала разговаривать. Вот новенький-то не знает, а кто давно с нами, то помнит, наверное. Ваня был в таком же возрасте, и прям вообще сразу же камера включалась, он начинал разговаривать много. А сейчас уже молчун такой. Вот, так что я говорила. Завтра мы едем в больницу, нам нужно сдать анализы, да? Сейчас будем мыться. Вечером помоемся, завтра, значит, на анализы, на прием к врачу. Потом нужно будет в пятницу, наверное, еще справки все. Это для детского сада. Молодец, хорошо. И в понедельник пойдем в детский сад, скорее всего. Угу, хорошо. Штаны пойдем одевать? Нет. Чего нет-то? Мне не холодно, мне тепло. Просто сейчас людей-то смущаешь в таком виде? Понапишут тебе сейчас. Все, я поехал. Вот. Хорошо, с Богом. Такие, короче, планы у нас. Постричься, сдать анализы. 8-го за машиной, значит, все едем. Мы вообще думали, сначала бабушку попросили, уже договорились, чтобы она была с детками, чтобы только мы поехали. Мама, там. Ага. Но не это, как сказать, не будем. С собой возьмем. Ты что, белка там? Воробушка увидела. Сегодня все семьи отписались, что приедут с детками. Нас добавили в группу 8 семей. Хорошо. И, в общем, сказали, что с детками поедут тоже. Ну, единственное, что дождь вроде бы в четверг. Не знаю, как мы с детьми на улице и в дождь. В здание никого не пустят из-за коронавируса. Все на улице, все в масках сказали, что были. Вот. Так что будет очень интересно, я надеюсь. Как-то на улице-то уж я поснимаю, наверное. Вот. Дети хотят на новой машине вернуться домой. Все уже там. Мы с дядей Васей поедем обратно. Мама, я пью. Угу. Кармане ключ. Мам, я кусаю у вас. Хорошо. Ты приехала в ресторан к маме, да? Да. Я кусаю. А как наш ресторан будет называться? Магазин. У Аленки. Давай. Да. Или у Аленушки. Или у мамушки. У мамули. Кафе у мамули. Все, я поел. Я поехал домой. Хорошо, давай. А то у меня ночь. Давай, иди спать ложись. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, Алиса, ты что расскажешь нам интересного? Выспалась под вечер? Да? Никакого режима дома нет. Каникулы. Спим, когда хотим. Встаем, когда хотим. Ну ладно, каникулы же, но мама, ничего не поделать. Понятие. Главное, сытый, здоровый. Хорошо, вставай. Слава Богу, все хорошо. Так что дай Бог, пойдет в детский сад. Вот. Что там запели? Птички наши запели, да? Сейчас вот солнышко только спрячется и будет резко холодно. У нас так каждый день. Возьми, если пока солнце высоко, тепло, если только спряталась за горочку, все,
Одевай шапки. Доча, ты сейчас так упадешь у меня. Не надо нет. так. Да? Только так. Аккуратно. Только я не попаду. Мати, мама. Красотуля. Завтра обрежу тебе волосы. Мама. Угу. Хочу так. коры сделать. Устали с ее волосами, то, что ее заплетешь, она потом пойдет, резинку сдернет и ходит лохматая. И не хочет заплетаться ни в какую. Она такая у нас, как это, пацанка называют, да? С мальчишками же растет. Ну, короче, решили мы эти малепусечные волосики обстричь. Вот так вот коры сделать по ушку где-то. Нет. Ну, что нет, да? Отрастут погуще будут, получше. Всем привет, друзья! Мы сегодня будем смотреть с вами две посылочки. Одна из посылок это от подписчицы Елены из города Серпухова. Вот такая посылочка. Сейчас я ее открою. Саня тут ее уже попытался вскрыть немного, смотрел. Очень ждал, что там, да, Саня? Садись поближе немножко, вот так вот. Садись, а то упадешь сейчас со стула. Двигайся. В общем, эта посылочка, сейчас прочитала письмо от Елены и Олега. Там очень большое письмо с молитвенной просьбой. Елена и Олег, мы обязательно за вас помолимся. Елена находится сейчас на лечении. У нее очень серьезная болезнь. И, конечно, нужна большая поддержка. Большая просьба к подписчикам. Также помолиться, пожалуйста, за здоровье Елены, подписчицы, которая прислала вот этот вот привет нашим деткам. Детишки, это вот вам от тети Лены. Смотрите, вкусняшки. И большая просьба помолиться за ее здравие, потому что у нее очень-очень серьезная болезнь. Она просила обязательно помолиться за нее, поддержать ей сейчас очень-очень сложно. Пожалуйста, дорогие подписчики, давайте поддержим Елену и Олега. Олег тоже болеет за их здравие, да, чтобы они выздоровели. Сейчас она находится в больнице, именно оттуда она писала это письмо и послала посылочку детишкам. Так что, детишки, скажем большое спасибо, да? Спасибо. Спасибо большое, да, тете Лене за посылочку. Будем обязательно пить чай с вашими конфетками и обязательно помолимся, да, всей семьей. Вот, детишки вечером поддержат маму с папой. Так, детишки, сейчас возьмут конфетки, и мы продолжим с вами снимать еще одну посылочку. Посмотрите, как загорело. Ты такая же, как вот эта футболка теперь. Я вчера сгорела тоже на грядках там. Так, и Лиза присоединилась. Все угостились конфетками? Молодцы. Так, и будем еще одну посылочку смотреть с интернет-магазина T-Decor. Ссылочка будет в описании на их товары. Вот. Мы с ними сотрудничаем, поэтому они нам на обзор прислали товары, которые мы должны вам сегодня показать. Это вот такой вот манго, которая очень-очень понравилась нашей семье. Мы именно у них в прошлый раз тоже брали. Очень понравилось, очень вкусно. Я знаю, что и в магазинах тоже продается. Если вы не можете как-то с интернет-магазинами, то посмотрите, может быть, в магазинах тоже такая вещь есть. Очень вкусно, детишкам понравилось. Так, дальше. Это мы уже заказали то, что точно нам вот прям сильно понравилось, поэтому по кругу уже у нас идет это. Вот папайя сушеная тоже неплохая была в прошлый раз, очень вкусная. Конечно же, орешки. Это кешью, по-моему, я уже запомнила кешью. Для нас, конечно, это в диковинку такие орехи, но вот так как мы с ними сотрудничаем, теперь наши дети могут побольше получать таких вкусняшек. Вот, это фисташки. Но этот раз у меня получилось немножко, потому что я кое-что из одежды еще заказала. Это в подарочек такое вот ложится. Подарочек сами выбираете. Там носки мел, по-моему. Мелок должен быть. Да, ну, когда набираете на определенную сумму, выбирайте подарочек. Дальше рубашка голубая 48. Это уже Диме пришла в школу. Сейчас мы потихонечку начинаем в школу собираться. Да, это фабрика из Иваново. Они шьют. Очень хорошие. Это поплин, хлопок 97%, лайкра 3%, вот, трикотаж Натали, да. Это из города Иваново. Ее не буду распечатывать, а вот это сейчас распечатаю. Надюш, вот это давай сначала посмотрим. Это Семену. Увидела у них на сайте, думаю, ну что ж, не всегда орешки. Я так орешек больше заказала. Думаю, надо взять Семену вот такую, смотрите, красоту. Как раз на улицу будет ходить. Размер, конечно, немножко ему еще большой, скорее всего, да? 80-й, что ли?
Ну, мне кажется. Хотя, может быть, и нет. Тут отстегивается капюшон. Вот. Ну, он такой без этих носочков. Просто уже. И я думаю, куда будем брать Семена, будем его одевать. Карманов нету. А что-то такое там чувствуется, как будто карман. Ну-ка, Лиза, расстегни-ка, я хочу. А, подождите, это не карман, это вот так вот. Если вам надо подгузник, видимо, посмотреть у ребенка, можете вот так расстегнуть и сзади посмотреть. А потом здесь он расстегивается. И здесь, и сзади. Вот такой комбинезончик. Так. И последнее, это штанишки 54, значит, папин. Так. Качество очень хорошее, уже брали у них. Саша до сих пор ходит. Так, вот такие манжетики. Ну, это такие, знаете, такие тепленькие. Это прям на осень. С начесом, вот посмотрите, начес такой, видите? Есть карманы, самостоятельная резинка и шнурочек. Вот, так что это папочке нашему обновка. Это Диме обновка, Семену. А если каким-то деткам на этот раз что-то не пришло, то придет в следующих заказах. Потому что мы сотрудничаем и с другими интернет-магазинами. Так что не переживайте, что кому-то там что-то не досталось. Обязательно будет в следующий раз. И вкусняшки нашим детишкам, да? Так что спасибо интернет-магазину Teddy Core. Ссылочки будут в описании. Всем удачи и пока-пока-пока.